доброе утро. Меня зовут Анатолий Петров. Я хочу вам рассказать, как правильно выращивать. Хорошее название биоэкспресс. Земляника садовая садится на весь свой вегетативный период. Абсолютно можно садить все лето. Но желательно ее посадить все-таки до 20 августа. Потому что с 20 августа земляника может Вот, например, вот сорт «Заря», он очень ранний сам по себе. Вот. Начинает он плодоносить где-то примерно с 10 июня, уже обязательно ягоды есть на нем. И собираются все ягоды, абсолютно обрываются все красные ягоды, не оставляя ни мелкие, ни крупные. Все это удаляется с куста, которые там, какие на варенье пойдут, которые на компоты, которые так покушать будете. Все ягоды удаляете, спелые. Если есть возможность сохранить землянику до весны саженцы, то апрельская посадка будет тоже очень хорошая. Ранней весной земляника, как только подсохла почва, маленечко, убирается старая ботва и подкармливается аммиачной селитрой. Где-то 1,5-2 килограмма на сотку. Это чтобы была зелень хорошая. Вы же видите, какая зелень? Это благодаря вот этой селитре. 1,5-2 килограмма на сотку. Я с вами прощаюсь, дорогие садоводы. Желаю вам хороших урожаев.